Тут что-то странное. Погоди. Я должен увидеть. Она защищает детей. Осторожно. Бережет спину.
Там она беззащитна. Артём, скорей сюда! Слава богу, цел. А кто это с тобой? Неужели... А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет! Не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше, а то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. Они там! Они спят! Да это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить! Им пора жить! Нам всем сейчас туда! Если сможем, откроем тебе дверь! Там... смерть! Рядом! Вокруг! Но я должен! Иначе... останусь один навсегда! Помоги нам, и мы поможем тебе! Я сделаю. Что надо? Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные! Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу.
Придется. Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной!